Теперь я тебя споймаю и сделаю из тебя нового шарика. He names his new creation. Как называть? Кто это такой? Это же Зарик. Всем привет, ребята, меня зовут Спойлер Дониду, и это уровень на время. Если вы не знаете, что это за игра, вы можете посмотреть предыдущие серии. Они есть. Они очень классные. Так. Тихо, что с нами случилось? Что случилось со звуком? Как-то прикольно все стало звучать. Может это специально, ребята, сделано из-за того, что это на время? Но звуки какие-то другие стали. Так. Прикольно, это, наверное, действительно, когда мы на время играем, такая как бы концентрация у нас тут должна быть, чтобы мы все классно и быстро прошли. Так. Давай, пролазь, пролазь. Быстрее, у нас нету времени. Так, ребята, мы почти это сделали. Сколько осталось? Минутка. Мы должны успеть. Так. Ого, это что за прикольчики такие? Ну, здесь мы вообще круто справились сейчас. Так, пролазим 50 секунд. А, ребята, успеваем. Так. Здесь вообще мы круто пролетаем. У-ху! Замечательно. Так, теперь немножко ускоримся. Давай. Хоп. И побежали на выход в нашу трубу. Есть, ребят, у нас получилось, и сейчас мы заработаем свой кристальчик. Да. Все, теперь наши шестереночки заработали, и все тут, ребята, открывается. Здорово. Ну что, пойдемте дальше. Сейчас зайдем в меню улучшений и посмотрим. Посмотрим, что мы можем тут посмотреть и улучшить. Так, новых почему-то у нас нету. Еще наших шариков, ну да ладно. Так, что мы тут вообще тут прокачали хорошо? Угу. Давайте попробуем вот это. Нет, уровень сердечек нам нужен. Все, мы повысили уровень сердечек. И теперь поехали. Сейчас здесь пробежимся, посмотрим, что за уровень. Я на нем еще не играл. Да, и вы его тоже, наверное, не видели. Так, какой-то охранный комплекс. Труба не ломается. Так, пролазим. Сейчас посмотрим, куда это мы с вами, ребята, тут забираемся. Что же я вижу? Да пока ничего не вижу. Ни монстров, никого не... Ой, подожди, я слышу робота. Я, ребята, слышу робота. Он где-то тут рядышком ходит. Он где-то совсем близко. Так. О, это собачки! Ребята, это собачки какие-то. Так, они, наверное... Ох ты, мы еще и в лазер попались. Так, эти собачки, скорее всего, будут кусаться. Отлично. А зачем мы сюда полезли? Тут же ничего нет. Так, ладно. Хорошо. А что, вниз там нас пустят или нет? Нет, вниз, ребята, нас не пустят, потому что эта штука не закрывается. Точнее, не выключается. Так, сзади уже даже они ходят, эти чудики.
А, не успели одну забрать. Хорошо. Собачек они натравили, ребята хотели, чтобы собачки споймали шарика. Да ничего у вас не выйдет. О, это что такое? Так, куча-куча роботов, но все они, ребят, какие-то бесполезные, что ли. Ой, какой лазер, откуда ты здесь взялся-то? Ладно, подожду я этот лазер. А, вот она, где линия заканчивается. Теперь будем знать. Так, а на ту сторону лазер не попадает. Хорошо. Тут, надеюсь, его нет. Нет. Роботы сломали, и нужно забрать эти наши конфетки. Срочно нужно их забрать. Отлично, ребята. Жалко, что этот лазер нельзя сломать, чтобы он вдруг еще никого не задел там. Чекпоинт. Ух ты, труба куда-то может нас доставить там, да? Собачка. Опа! Собачка. Эта собачка уже робот. Так, как же посмотреть? У нас там новый, я вижу, персонаж. Ай, куда это мы тут? Нет! Ого, вот это мы залезли. Угу. Тик. И это тоже выключим. Все, мы тут справились. Как теперь отсюда разогнаться и запрыгнуть наверх только? Вот это интересно. Так, эй, ты! А куда же эти тоннели ведут-то? О, я даже не знаю. Погодите, вы хотите сказать, что я теперь не могу туда залезть? Вот это прикол. Да, мы теперь не можем сюда залезть. Ладно, давайте в эту трубу заберемся. Угу. Угу. Честно говоря, ничего не понятно. Но сейчас мы, ребята, проверим. Так, ну лабиринты, ну лабиринты. О-о-о, куда это нас тут эта труба? Так, эти штуки мы выключили, а сюда мы так просто не залезем. Вот, нам надо в эту трубу. Все. Вот, получилось. Так, ломаем первую штучку. Ой. Я думал, мы сейчас туда пойдем. Так, а почему там не выключают? А нет, они пропадают. Подожди, подожди. Нет. Не туда. Да мне нужна эта капсула, я хочу новый скин, срочно пустите меня. В этой серии мы точно его заберем. Так. Круто. Тихо. Оу, как же это было быстро! Вы что, хотите сказать, что все заново? О, нет! Да. Давайте попробуем, ребят, давайте попробуем, а ну-ка. Опа! Давайте по-быстренькому поразим. Хотя, давайте мы вот сюда просто зарядим и все, сейчас пройдем. Круто. Ах ты, монстр такой, а? Тихо, это мне надо, сердечко. Так.
Эй, куда это меня штука так быстро? Так, сейчас я выберусь, сейчас я выберусь. Нет, 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 не перебрасывай меня. Так, ждем, пока эта штуковина тут пройдет. Даже возьмем более быстрого. Так. Отлично. Нужен, нужен новый скин, да? Нам новый скин выпал. Все, точно. Ладно, можем теперь сюда падать. Отлично. Давайте, давайте. В самую низкую. Там мы спускаемся. Главное, что новый скин получили. Посмотрим потом, да, когда будем играть. Что же это там такое? Оп, сохранялочка. Так, смотрите, кто-то тут у нас сидит в капсуле в этой. Может, мы его можем спасти? Эй, как освободить этого нашего товарища-то? Может, мы тут сможем как-то кнопочку нажать какую-то, нет? Эх, жалко, жалко этих чудиков сидят себе тут внутри. Уху, так, сердечко бы это еще забрать. Забрали, забрали. Вот мы только так и можем забирать сердечки, просто куда-то упасть сразу в лаву непонятную или в лазеры горящие. Это, конечно, смех. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Ой, там мы так пролезли? Да, но если бы это был лазер покруче, то так бы у нас не получилось пробраться. Сохранение. Здорово, здорово, здорово. Так, нам еще сколько нужно собрать? Еще где-то 26 штучек. Ну ладненько. Вот эти 26 штук сейчас и накопятся. Так, это штуки эти хоть не закрываются? Ой, закрывается, так и знал. Так, сердечко. Ой, лазер тут еще включается. Ну давай, лазер, включайся. Ой, спасибо. Подкинул меня туда. Удобно, удобно. Так, я тут вниз никуда не провалюсь. Стоп, стоп, стоп. Нет, тут тоже не все так просто. Нужно нам что-то либо притащить сюда. Да нет, лазер, не надо, не надо, не надо. Пусти меня. Ладно, давайте пролезем. Потом те штуки возьмем. Вот он, ящик. Так, ага. Теперь мы... Вот так вот сделаем. Все отлично. Ой, нет, 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 второй раз я не хочу сюда попадаться. Так. Ой, ребят, я забыл кое-что использовать. Сейчас, может, и так попробуем. Так, видите? Есть, у нас получилось. Кнопочка нажалась. А, нам хватает наших конфеток. Фух, я уже думала, до меня достанет. Все, ребят, мы наконец-таки прошли сложный уровень. В следующей серии мы обязательно продолжим. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. С вами был Спадидо. Всем просмотра. Всем пока-пока.